Андрей снимает свой влог, а я свой влог снимаю. Мы сейчас хотим пойти на главную. Снимаю влог, как Андрей снимает влог. Ну так. Кнопа. Снимаешь. Ну, ты моя кнопа. Ой, ты кнопа. О, кнопа. Чин ты, ты вирша, ты робиш. Кнопа, це атракціони. Кнопа, гай, гаце. Кнопа, кнопа. Боже, господи, відпустіть мене, дайте задусити планети. Сніжка, спаси мене, Сніжка. У Чинда щось головою произошло. Якийсь збой. Кнопа, доця. Витягнути, бач, сраку, да? Кнопа. Кнопочка, ти чу? Доця. Доця. Кнопа. Іста, іди к папі. Ай, зразу ко мне прижила, да? Молодец. Всё. Слушай меня внимательно. Значит, ты собака, должна защищать дом. Нет, ты не бойся, я всё нормально. Должна защищать дом. И как тут заходит, сразу ханчак. За сраку, поняла? Так. Поняла, да? Давай попробуем. Давай. Давай, атакуй. Ты что ты это, атакуй. Фас. О, правильно рот открыла, молодец. Фас. Что ты мне руку лежишь, блядь, как фаса налезать. Фас! Кнопа, фас! Фас! Молодець! Тільки коли на тебе нападають, лизати його не треба. Кнопа, це не фас. Молодець, умничка, це тебе фас! Фас! Ой, яка хороша собака. Даже вора, ребята. Да? Скажи, я даже вора залез... А, ти мож... О, тебе есть атака, типа, залезай до смерти. А, пальці в рот засунув. Бачила? Все, Клопа, треба вставати. Пішли умиватися, Клопа. Пішли умиватися. Доця, давайте. Мамина кнопочка. Дига-дига-дига-дига-дига. Андрей. Ну, 24 года уже, Андрей. Я сложила кровать тяжелую. А ты помой две тарелочки, поди. Не хочу мыть две тарелочки. Андрей. Я вынесу мусор. Нет. Ты кушала. Знаешь, ты не будешь снимать. Вот так, ребята, я снимаю для вас обзор. Знаете, какие там вообще стрессы для меня. Ну, Сня, что ты стоишь над душой? Я буду стоять. Ну, иди. Всего лишь две тарелочки. Что кушать вообще? Тарелки помыть надо сначала. Ты кушала? Я не кушала. На Челона кушала. К Илоне вопросы. Ты кто ее? А ты кто ее? Я никто. Ты зять. Какие я зять? Что дурочка? Зять это для твоей мамы, а не для твоей для сестры. Что дурная, чё шо? Для нее тоже зять. Какой зять? Людям хоть не позорься. Почитай. Что почитать? Google помощь. Да, ребята, напишите в комментариях. Какой зять? Зять это тот, кто это жених, блин, дочери. Это а, зять. А ты сосед? Боже ты дал, господи. Андрей, все по-честному. Я что за по-честному? Я за тебя кровать сложила. Я мог сам ее сложить. Ты мог, но ты не сложил. Ты уже мыться ходил. Ну что? Оправдание на взял. Ай жо. Ай, оу. Коть. Что? Мой котик хозяюшка. Нормально вот это так, да? Снимаешься на видео, снимай.
Давай сметанку ему принеси. Я тебя просил. Котик, ты меня постоянно просишь. А я тебя что, ты меня не просишь что-то сделать? Я тебя не постоянно прошу, Андрей, принеси мне сметанки, приготовь мне покушать, принеси мне постель покушать, принеси мне то, принеси мне все. Я тебе так стараюсь приносить все. Вообще на кухне надо кушать. На полу так свежо. Давай, один. Такого не каждый день увидишь. Конечно, я тебя сам не видел. Шесть. Семь. Ее перелетят. Восемь. Я буду сексуальный. Десять. Самый красивый. Одиннадцать. Обзорщик видео. Двенадцать. С красивым прессом. Не с одним кубиком, а шестима. Пятнадцать. Кнопку пожалей, папу. Шестнадцать. Пресс в стриме. Семнадцать. Восемнадцать. Я смогу. Девятнадцать и двадцать. Бля, господи, прости меня. Праздник приближается. Смакся, тащи короткие носки. А спонсор сегодняшнего выпуска — житомирские носки. Житомирские носки. Слушай, тебе налить? Попробуй волшебного напитка. А вот стрим, ребята. У нас Новый год в стриме. Иди, какой худой уже, ребят. Талия появилась. Посижу утягивать. Давайте. Так как он все равно ближе, я его проверю. И тут это. Покажи людям, Саша. Да, вот. Сашин подарок. Да. И что нам давать? Да. Поставь пока режим типа самолета и все. Сейчас. Жух. Жух. Сашко, твои предположения, что там? Без понятия. Ну, может быть, что-то для ванной, типа. Для ванной? Как было в прошлом. Да, донат, да. В котором... И я что у нас внутри? Так запаковало, так. А что же это такое вообще? И... Да? Фамим нижний гель запаха орхидей. Угу. О, здорово. Снежки, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Дальше Луна. Луна. Дай Луна. Нет, сестренка, нет. Все. Сестренка. Сестренка. Сестренка Илона. Илона, сестренка. Держи. Так, сестренка Илона. Спасибо. Как у вас там? Давай. Короче, я прикрываю настоящий праздник. Давай. Ха-ху! Он ничего себе, ну и... Сестренки, Илонки, с Новым годом. Он сказал, не надо. И внутри, Илон, ты что думаешь там? Там тоже типа такого. Что, если чтоб не воняло, да? Да. Сашко, будем подмываться уже. Дай понюхай. Ой, что-то нашла. Ну давай, ну что там? Невея! Его не тоже такое похоже. Невея, только женский. Гель для душа и... Не, не гель, уход для душа. Не, гель, уход и антиперспирант. Так, пахнет хорошо. Теперь мое, ребят, теперь мое. Какой у тебя кулёчек? Давай, спасибо. У меня оригинальный кулёчек. Так, ребят. У меня кулек в виде костюмчика. А внутри... Ну ничего себе... Покажи. Нахера мне сережки в уши свои и кожерели. В смысле? Что ты ничего не понял? А это твой подарок? Это его подарок? Да. Ты мне решил подарить женское ожерелье с сережками? О! Суски. От тебя не будешь шукать Adidas одинаковые. Только одна пара, если потерял один, то все. Носки. И... Невея. Невея, ребят. Спасибо, Китсмайя. Это. Китсмайя. Ну, Чин же тебя тоже не забыл. Посмотри под елочку. В смысле? Снимай в прямом смысле.
Где хорошо пошукать? Где ищи подъёлочка, Дед Мороз что приходил. А я не думала, что он ко мне придет. Смотри, ты не думала, Дед Мороз пришел. Так, где же, где же? Ого, а что это? А что это, Дед Мороз? Я не знаю, Дед Мороз что приходил. Так, а ну снимай. Я вообще без понятия. Интересно, что это? Это зарядка, что ли? Наверное, зарядка. Или что? Фитнес-трекер. Фитнес-трекер, да. Ну, открывай. Сейчас. Фитнес-трекер. А твое кресло подвиньте, что сидит сейчас. Мы идем на елочку. Новым годом. Как тебе здесь, Илона? Здорово, да? Это на стороне. А я тут. Вау, салют! Здорово! Привет! С Новым годом! Я тоже вас как вы? Андрей одевает Деда Мороза. Настоящий толстый Дед Мороз будет. Андрей. Он Да. А парень не убьет?
то на все, но не на что это. Что ты мне пожелаешь в новом году? Снежана, снежочек ты наш. Желаю тебе счастья, здоровья, любви, креатива. Больше без лимита интернета это все фиг говорит. Чуть не упал. Унесло. Ну, не знаю, не креативно. Я же не видеоблогер. Ты там фикуса поздравь с Новым годом, счастечка, здоровечка. А то у меня номера нет его. Ну, 2 Excel и третья девочка шоп. Смородина, а сладкая будет. Смородина самая сладкая будет. Давай. Андрей снимает свой влог, а я свой влог снимаю. 2016 года. Вот. Ты что, ебанулся, бля? Боже мой. Вы пока не понимаете, или скоро, не господа. Держите вот так. Он хоть живой там? No problem. No problem. No problem. Maybe problem. Илона, аккуратно. А вы снимали, что произошло, да? Ну, частично, вообще, есть да. Есть чуть-чуть, да? Да. Боже, какой ужас. Вроде он не смертельно, сейчас просто надо, чтобы скоро... У него там голова разбита. Да? Приехали на елку. Боже, какой... Ничего себе. Капут. От того достались эта машина, да? Игорь. Хэппи... Швенгри, Хангари, Хангари. Это таксист был. Андрей, это таксист был. Боже, какая ужас, какая авария. Я там скорая, кто-то вызывал? Да, они вызывали. Да. Hiçbir şey söyleme, tamam mı? Yanlış karar verdin. Надо людям помогать. Özgür. Все стояли просто как-то так, типа, вещи дать все боятся. Özgür. 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 Abi, şimdi... soy ismin ne? Özgür, Özgür. Один только, еще есть, говорят, двое. Сам такой, еще один, второго. Говорил, казалось, что правая рука болит, но потом сказал, ну говорит, что нормально. Говорит, что показалось. Голова ударит, посмотри, как жалко. No problem. Нет проблем в горле, что нет. Смотрите голова. I'm fine. Please. Давайте я помогаем, но потихонечку забираем амбуланс. Да. Okay. Отойдите, пожалуйста. Да, отойдем, отойдем, Андрей. Уходим. Уходим. Абис, это... Я
Abi benim şu sorun yok. Lan gidin. Bana giril mi lan? Gidin. Lazım değil abi. Gidiniz yok. Rezil olsun abi. Gidin. Ben koyarım mı gidin? Lan gidin lan. Hayır gidin. Gidin. Dur. Gidin. Sasın aynı ya. Gidin. Abi senin mi telefonu? Evet. Telefon gidin. Помогай! Я только что тебе давал телефон. А ты мне ничего не давал вообще. Телефон. Телефон. А ты мне ничего не давал телефон. Телефон. Телефон этого парня. Алла, ты мне ничего не давал. Кого? Вот черный куртки, черный куртки. Путин. Ази. Вот, да. Вот что вы берете, хватает? Это его телефон. Вообще обнаглели. А это его телефон? Да, он дает телефон, а он ушел и сразу этот. Еще ребята, я такие машины. Оставьте его карманы. Отдали, телефон отдали. Что забрали? Ну, только ты мне разберешь. Уверен, что это не первая, не последняя авария. Да ладно.